Азербайджан оказывает гуманитарную помощь украинскому народу с первого дня войны. В 2023 году, после того, как возник кризис, вызванный воздушными атаками на энергоисточники, в Украину было отправлено соответствующее электрооборудование. Поддержку Баку высоко ценят как официальные круги, так и народ Украины. В связи с этим благодарность Азербайджану выразила вице-спикер страны Алина Кондратюк. Во-первых, я бы хотела поблагодарить Азербайджан за гуманитарную помощь, которую он оказывает Украине. И у нас хорошие проекты есть уже, мы говорим с амбассадором о том, что мы продолжаем дальше реабилитацию наших детей. Спасибо большое. Мы уже две группы отправили детей военных. Некоторые из них сироты, которые поехали отдыхать в Азербайджан и поправить свое здоровье. У нас очень хороший проект, который идет по разминированию. Это очень важно для Украины, потому что Украина сейчас более 200 тысяч квадратных километров заминирована. Для нас каждая машина, каждое сотрудничество гуманитарное. А сейчас мы понимаем, что идет зима, и у нас очень много могут быть как раз повреждено российскими ракетами инфраструктурных объектов. Поэтому для нас очень важна вся помощь гуманитарная, которая идет от Азербайджана. В свою очередь, житель Киева Василий Билан подчеркнул, что украинский народ никогда не забудет оказанную нашей страной помощь. Сегодня Азербайджан нам помогает. Завтра мы станем окрепнем, станем на ноги, тоже будем помогать. Это не, украинский народ не забудет. Мы благодарны за помощь. Самое главное – помогать. И много шума не делать. Мы ощущаем помощь, в том числе и от Азербайджана. Да. В том, что у нас есть постоянно свет, электроэнергия. Вот это есть показатель. Спасибо азербайджанскому народу. Напомним, что в результате атак дронами на Киев в последние дни без света оставались 75 многоквартирных жилых зданий и 120 предприятий.